Доброе утро, уважаемые промчане. Сегодня 19 июня. Мы с Сосоновичем выбрались в Переваловку. Мы находимся в Судакском районе, Автономная Республика Крым. Продолжаем наши репортажи грибных троп Крыма. Сегодня, я надеюсь, нам улыбнется удача. Итак, мы сейчас зайдем в сосничок. Сразу нашли травочку зверобоймы. Есть зверобой здесь. Очень полезная травочка. Сосничок очень-очень лиственный. Очень много листвы здесь. Очень много интересного. Очень много земляники. Именно травки, не ягод. Ягод здесь пока не вижу я. Сегодня очень мокро. Ноги уже у меня промокли. Грибов в сосняке обнаружил пока только вот такой пуховик. Вот такие интересные опята обнаружены. Что-то похожее на опята. Итак, в травке обнаружен первый дождевик. Это уже говорит о том, что возможен сегодня успех. Дождевики здесь есть. Будут ли маслята? Итак, я посмотрел немножечко, зашел в лес. Лес, как и многие лес в Крыму, очень грязный, травянистый. То есть в таком лесу, уважаемые грибники, рассчитывать на белый гриб практически не приходится. Сегодня мы ищем масленок зернистый. И мне интуиция подсказывает, что необходимо его искать где-то по просекам. Такая идет просека. Луговая такая полянка. Будем сейчас искать мы грибы именно по таким полянкам. Лес молодой, должна подвернуться удача сегодня. Вот там начинаются лиственные деревья, сейчас мы посмотрим. И что мы видим? Да! Да, дорогие форумчане, я был прав. Итак. Первый сегодняшний трофей – масленок зернистый. Вот под таким деревом. Рядом с молодой сосняк. Вот такая травочка. Будем искать еще. Итак, вот он край сосны, вот она лиственница пошла, груша дикая. И вот между ними идет ряд, и мы можем наблюдать наличие зернистых маслят. Уже кто-то покушал. Самое главное для грибника, что маслята здесь не червивые. Вот этот фактор очень важный сейчас, потому что я знаю, что в Донбассе гриб весь червивый идет сейчас. Замечательный масленок. Еще молоденький рядом. Вот и Асонович там нашел парочку. Ну вот, наше путешествие продолжается. Мы, приехав на незнакомое абсолютно место, нашли сразу десяток уже практически маслят. А вот Асонович что-то нашел. Да, это известный крымский синяк. В Карпатах, кстати, этот гриб абсолютно не жалуют. И в корзины не берут. В Крыму же очень часто можно видеть грибников с этим интересным и, самое главное, вкусным грибом. Еще масленок, ребята, ура! Сегодня классный и удачный день. Масленок зернистый, сейчас мы его снимем, лапочку. Ох, лопатулечка ты наш. Да, крымские грибы, это вам, ребята, не изюмские. Здесь надо их искать и очень долго искать. Специфика грибов очень сложная. Очень много травы в лесах, поэтому найти сразу гриб не так уж просто. Но мы находим. Ух.
Вот такая лиственница. И под ней мы наблюдаем наличие маслят зернистых. Сосна есть рядом, она присутствует в 2-3 метрах, но маслята, однако, растут немножко сбоку. По самой сосне я маслят не нахожу, а вот рядом по лиственнице мы видим такие красивые экземпляры. Вот мы обнаружили еще интересные грибы. Сейчас мы узнаем, что это. Вот такие синячки мы сейчас обнаружили, симпатичные. Найден вот такой овраг, за которым, скорее всего, идет источник. Ну, естественно, в низине можно что-то обнаружить. В данном случае это маховик зеленый. Тоже замечательный гриб. В таком же...